проблемы с этим хобби связаны. Почему наша молодежь не хочет заниматься руками? Она сидит в компьютере, просто за экраном. Потому что начинается со школы. В школе технологию фактически отменили. Нет ручного труда, чтобы он мог что-то руками делать, на станках печатать. Заменили компьютерной технологией. Все, я сам был преподаватель технологии 5-го лица. Там проработал очень долго. Ушел. Сейчас занимаюсь только дополнительно посудомодельным устройством. И все. Альбатрос. Поэтому только от этого. То есть в школе вообще нет уроков труда, получается, так, да? А что там есть? Там писанина. То есть они раньше работали за станками, да? Этого нет? Ну, уже фактически нет. Кое-где в школу еще осталось, но там очень маленький мизер. Ага. А так в основном с девчонками занимаются, мальчишек частично на своих кружках технологий. Вот он тоже. У него тоже технология. А что он не делает? Ничего не делает. Ну, нет. И тут сейчас зависит от современности. Все отмылись эти телефоны, компьютеры и все остальное. Больше ничего они не хотят делать, не желают. Им это не интересно. Не, может быть, не приучили? Те, что мы приучили, наши ребята уже вышли. Которые, они занимаются в высших заведениях по судостроению и Московской академии водного транспорта, и Санкт-Петербургском техническом университете по судостроению. Те ребята там занимаются, учатся, уже закончили. Очень много закончился второй. Более 50 человек, девчонок, мальчишек. Получили специальности и военные, и гражданские. И работают, служат, работают. Сейчас... То есть это проблема? Проблема прям что... огромная, да? Может, сейчас сказать. Центры образовывают. А в этих центрах там делать нечего. Деньги бешеные вкалывают. А практически там они только занимаются робототехникой. А вот эта робототехника, это что? Это разве не то? Там тоже в какой-то степени руками можно что-то создать? Там они собирают из блоков, программку создают, заводят программку, и у них этот робот начинает делать. Да. Это не то. А так, когда руками не так, то клеишь их красочки. Ну, да, это конструктор, детский конструктор, да, просто фактически получается. Да. Ну там в основном делается упор на программирование, как да, в современной школе. То есть это самое главное, это уметь программировать. Научиться программировать. Учиться программировать. Ну, простые, пока движение, повороты. Перевертыши, там поднять там, допустим, руку, там что-нибудь такое, и прокатиться. Ну, своих программ. А вот скажите, авиакружки у нас есть в Ставрополе? Есть. В Ставрополе у нас в основном кружок есть авиа. И ракетные есть в Ставрополе. Но это при школах или где? В школах нету. Это где такие кружки? В детском доме творчества. Там у них и ракетные есть кружок. Так, посторонитесь. Там они в основном. Нет, это не наши. Ты сказал, брат. Я сказал, я три пока. Вот собрали допустим, 135-м, собрали самолет, это с пластика, легкий, и метательный на расстоянии. Чем дальше летит, и по времени может. Желающие есть там? Трудно идут дети. Я им не занимаюсь. Не знаете, да? Ну, факт то, что есть, и при желании можно туда устроиться. Запросто. Все, спасибо. Там же у них и ракеты строения, и авиастроения. У них только нет судомодели. Ну, там вроде что-то начинают. А вот эти модели, которые здесь вот представлены, это не кружки, это сами люди, вот это вот яхты. Это сборная яхта. Набор. Это набор. Вот мы вот парусники, тоже это набор. Это набор. А кто-то делает еще руками? Есть такие люди? Есть. У нас в Ставрополе есть, да, такие? В Московском есть. Да, Саш? Собирают парусники руками. С нуля? Конечно, да. Есть. Нет, реально большие парусники, мостами собираются. Парусники собирают. Много собирают. В основном хобби. Частное хобби. Это частное хобби, да? Конечно. А кому это сейчас? Мне ничего это. У меня от начальной школы пошла, ничего не могу делать. Мне ноль с меня работать. Мне некогда, не карандаша. Вот приходится учить с бумагой. Сейчас выставка идет большая. Весенка. Наша краевая выставка. По теме? А там авиа, ракеты и судомодели. Ага. Это в Ессентуках, в музее. А она краевая или? Краевая. Краевого центра Гагарина. Хорошо. Там проход от наоборот. Ну что-то есть. В крае что-то чуть-чуть движется, да? Так. Ну, есть, но это... Ну не так, как раньше было, согласитесь. Раньше были какие? Дворцы пионеров.
они что делали там? Обеспечивались материалом. Да, да. А сейчас нет. Да. Сейчас на самоокупаемости, да, как бы. Ну, на сам материал покупаешь, они дети покупают. Да. Да, их только учат, как собрать. Да, да, да. Угу. Как расчертить. Черчение убрали. Технологий практически нет. Угу. Вот и приходится поэтому это все руками делать. Угу. Головой думал, руками делать. По чертежам. А где без чертежей приходится иногда там не поймешь, приходится додуматься без чертежей. Ну, отлично. А вот скажите, пожалуйста, и давно ли вы занимаетесь этим хобби? Кубеев Руслан, хобби этим занимаюсь с 90-го года, с перерывом небольшим. Ну, в смысле, сначала авиамоделизмом, потом железнодорожным моделизмом, и постепенно перешел в 35-й масштаб бронетехника. Много у вас моделей? Вот вы собрали примерно. Не надо, я... За все это время немного. Ну, где-то штук 10. Всего? Да. Штук 10. Но, наверное, качественно. И вообще, вы, наверное, более теоретически, да, наверное, этим занимаетесь? То есть изучаете историю техники? И историю тоже. Но, как говорится, заклепочником не являюсь, который до винтиков считаю. Я понял. То есть вы в основном специалист именно по технике, как она устроена, да, вот как сделать, наверное, технологию знаете, скорее всего. Да, в основном историю потаскают. Они в основном ориентируются по музейным образцам. С учетом того, что их далеко от прототипа восстанавливают, приходится или по интернету, или по литературе. То есть у вас есть книги, которые вы читаете, да, изучаете, и вы можете ответить практически, наверное, на любой вопрос, как там, что устроено, в каком году выпущена техника. Вот это вы можете знать? Или всего знать невозможно? Ну, всего невозможно. То есть это очень большой круг, наверное, тема очень огромная, да? Ну, спасибо вам. Вы участник, так сказать, преподаватель, да, в данном кружке по кружок общества. На общественных началах. Ну, спасибо вам. Спасибо. Кстати, да, уже сфотографировали, можно уже несколько лет ходит на судомоделирование. Сейчас в президентском кадетском училище тоже посещает уже судомоделирование. Здесь участвует наша модель танка. Вот. Так что мы только за такой конкурс. А скажи, что тебе нравится? Сборка? Изучение, что за техника? Что ты изучаешь во время сборки? О чем ты думаешь, когда ты собираешь модель? Скорее, ну, изучаю модель примерно, ну, вес модели, что преимущество модели, что я собираю, собственно говоря. Мне нравится собирать из того, что и создавать какие-нибудь, ну, разницы между немецкими и русскими танками. Преимущество, да? Преимущество, да. Изучать, к примеру, как Эспантера или Т-34, что может быть лучше преимущество, какое местоположение, где будет, что будет лучше. Еще сборка нравится, потому что я вливаюсь в этот весь процесс, из-за этого становится, ну, не забываю про все, и это как прям успокаивает. Так, значит, часть коробок читов там под столами, смотрите. Женя, потом назад эти модели туда. Ну, вот это вот заберут. Нет, допустим, мне свою обязательно на витрину задать. Да, естественно. Жень, вот спрашивают, забирают модели? Скажите, пожалуйста, что это за конкурс? Ну, для чего он нужен? Конкурс в музее «Моя история» предназначен для, во-первых, для юного поколения, для того, чтобы им передать все навыки по творчеству. Во-первых, здесь у нас что? Это те же самые уроки труда. Здесь мы и история, да. Здесь мы одновременно учимся создавать модели, конструировать их, красить, разукрашивать, и одновременно же это история данной любой техники, то есть исторический период, время боев,
материальная часть. То есть одновременно молодой человек, ребенок, он познает в этом историю своей страны. Историю, допустим, авиастроения, историю танкостроения, историю автомобилестроения. И с другой стороны, опять же, это разрабатывает моторику рук, мышление, это... Работа инструментом, работа химическими материалами, там, шпаклевками, красками и всем прочим. Потому что, ну, в наш век сотовый телефон кнопками тыкать, это каждый может. А усидчивость, главное передать ребенку, чтобы он был усидчивый, был сконцентрирован на этой модели, это требует очень многого труда. Мобилизировать дитя на это. Ну, мы как уже взрослые, мы же тоже раньше были детьми. Мы с этого пришли в юношеском возрасте. И занимаемся это увлечение, хобби. Я, допустим, вот, тоже занимаюсь. И я хочу, чтобы после нас занимались наши дети этим. Потому что их дети будут тоже заниматься. История, она из поколения в поколение переходит. Тот, кто не знает своей истории, у того никогда не будет настоящего. Поэтому я призываю, что это очень полезная и нужная вещь, потому что в нашей сейчас школьной программе уроков труда фактически нет. Молодому юному поколению негде заняться ничем. Ну, собственно говоря, мы для этого все и создаем. А что за кружок здесь находится, в этом здесь, здании? Значит, здесь при музее «Моя история» создали кружок юного творчества для того, чтобы желающие детишки приходили, занимались. Здесь проводятся регулярно мастер-классы, которые по итогам этого мастер-класса набираются детишки в группу. Потом, соответственно, группа, кто-то отсеивается, кому-то не нравится, кто-то уходит, а кто-то дальше занимается. Вот, в принципе, музей, он предоставил площадь, помещение, да, где в данном случае организован кружок юного творчества. Скажите, это все на общественных началах? То есть, ну, выделяются ли деньги какие-то? Нет, деньги, как правило, нет. В основном бывают спонсоры. Но, опять же, здесь в основном бюджетный весь материал используется. В основном это все на личном энтузиазме. Потому что искусство, оно, как говорится, оно требует вложений. Кто в качестве преподавателей выступает, ну, для этого кружка? У нас более-менее старшее поколение, те, которые, грубо говоря, уже в пенсионном возрасте, которым, кроме как на пенсии делать нечего, вот они занимаются более углубленно с детишками. Вот Евгений у нас организатор вот этого всего творчества. Главный организатор. Да. Да. Еще кто? Главный специалист. А еще вот вся толпа. Вот у нас Олег Вехов замечательный, вот машет руками. Это вот у нас он авиатор. Да. Он по авиации. Специалист по авиации. Вот я его предоставляю вам. Он, да, хвосты заносит детям. Да, вот красит самолетики, занимается, он видит кружок, то что так занимается. Только Вторая мировая война и только 72-й масштаб. То есть я такая специализация, да, специализация только в этом. Ну, как... а кто еще занимается другими видами? Ну, у меня бронетехника в 35-м масштабе в основном. Автомото бронетехника в 35-м масштабе я занимаюсь. Хотя у меня есть немножко авиации дома, и гражданские в 144-м, и военные в 72-м, и в 48-м. Гражданская авиация. Ну, опять же, я ее брал. Хотел сынишку приучить. Вроде он загорелся этим. Ну, перегорел. Насильно не потащишь. Вот перегорел и все. Некоторые дети хотят заниматься, а нечем. А у меня, как говорится, куча, а не хочет. Вот разница. Ну, все. Чем, почему нравится тебе это хобби? Что привлекает? Модели, история или технические характеристики? Что нравится больше всего? Мне привлекает то, что я могу, ну, свое лишнее время тратить на сборку моделей, потом изучать историю, характеристики, ну и подходящий момент. И участвовать в выставках вот по типу этой. Ага, на выставке можно получить приз, грамоту, да. Да? Да. А вот когда ты собираешь, нужно же знать, что это за модель, да? Допустим, это советский танк, немецкий танк, разницу. Интересно тебе, в чем разница была, какие лучше? Ты где эту информацию берешь? Ну, либо в интернете. Либо... В интернете, да, находишь там все это? Это конструкция пишет. Можешь...
там красить? Вот можешь модели, научился, да? Ну, не столько я рою, только я больше кисточкой. Кисточкой, да? И получается хорошо, да? Более-менее хорошо. Ага. А ты какие модели собираешь? Самолеты? Что? Какие конкретно? Корабли и танки, да. И много ты собрал? Сколько ты лет уже? Да. Ну, 3 года, но я немного собрал. Немного, да? Для пластиковых я мало собрал. Есть еще деревянные, я собирал с кружком там. Есть такое дело, но их мало там. Uh-huh. Много собрал. Там перерывы были по поводу, когда я собирал. Uh-huh. Ну... У тебя что это дает? Навыки, что ты умеешь что-то делать руками. Да. Ты можешь что-то потом отремонтировать, например, дома, покрасить, потому что ты уже знаешь эту технику. Да. Как-то краски разводятся. По большей части я могу дома что-то сделать, если покрасить. Молодец. Ну а почему друзья твои, они не хотят этим заниматься? Потому что они по большей части компьютера. Да? И ничего не делают руками. И не умеют, скорее всего. Так же? Может быть, и умеют, но и может быть, не умеют. Да. Да. То есть это все как печально, да? Да. Но ты, так сказать, уже прогрессивный человек, видишь, ты что-то умеешь делать, а они нет. Видите, уже есть. И польза от этого огромная. Да. Молодец. Ну, спасибо. Назови еще свою фамилию. Откуда ты? Кирилл Александрович, город Ставрополь. Пенсии, поэтому нормально. И в соцсетях можно. Да, да, ладно, этого, наверное, тоже оставляем. Это камера оставляет? Нет, это ничего. Ну, посмотрите, если ты уничтожишь. Ну, нифига себе. А что так? В Ставрополе где-то на протяжении 8 лет, с 2012 года, проходят выставки. Значит, очень давно, это уже лет 15-20 назад, был клуб стендового моделизма. Несколько раз этот клуб собирался, распадался. Вот это уже третий его примерно состав, который сейчас во всех этих делах участвует. Вот. Создавалось это все для того, чтобы народ, который занимается стендовым моделизмом, мог смотреть на других, посмотреть, на себя показать, чтобы не закисал дома в собственном соку. Потому что в городе довольно много народу, которые собирают модели, но собирают, как говорят, сами для себя, видеть никого не хотим, слышать тоже, нам нравится в одиночку это все. А тут на других посмотрели, глядишь, что исправили или их поменяли. И вообще показать оно все-таки приятнее будет. Дальше, так как у нас возраст в нашем клубе получается старше 45 лет, поэтому скоро можем вымереть, как в свое время динозавры с мамонтами. В итоге после нас никого не останется, модели выкинут, и так все это дело и закончится. Поэтому попытались в течение последних 3 лет в разных местах пытались организовать эти кружки, но то не подходили по возрасту, то не было подходящего места, не было вентиляции, еще чего-нибудь не было, много чего не было. В итоге как-то уговорили здешний музей «Россия. Моя история». Раз в неделю здесь проходят занятия с детьми по субботам в 2 смены с 12 до 4. Вот. Здесь же последний год, в течение 2 раза уже в течение последнего года устраивали выставки моделей. Решили в этом году провести здесь же конкурс, как раз к 23 февраля. Ну, предполагалось изначально 58 участников и где-то 90 моделей, но не все приехали, кто-то не смог, кто-то что, ну, в принципе, тоже хватило. Точное число я сейчас сказать не могу, вот посчитаем, узнаем. Занимать, кому это интересно, можно приходить, познакомиться, показать, посмотреть. Кто занимается моделизмом, но не умеет, к примеру, красить, можно покрасить, потому что здесь есть вся аппаратура для этого предназначена. С удовольствием все окажут специалисты. Да, ну не специалисты, любители все равно. Угу. Проконсультируют, расскажут, покажут, объяснят, научат. Кто знает. Ну, доучат, может быть. Если человек не сильно с большими, так сказать, понтами, то может приходить. Но в основном дети, да? В основном. Почему взрослые? И даже взрослые, может. Да. Да, и даже взрослые, кстати, у нас и ходят одни взрослые. Есть взрослые, да? Есть. Да. Хорошо. Угу. То есть все желающие. Да. Прекрасно. Все это бесплатное, никому ничего не надо. Если для детворы, то первая модель вообще бесплатная. А вторая там как бы по желанию. Если он определит, потому что у нас в основном собирают здесь самолеты, потому что 2 из 3 учителей, а не авиационщики. Uh-huh. Вот. Если кому-то что-то потом понравится, к примеру, собрать паровоз или космический корабль, то это уже они покупают сами. Потому что у нас как бы специализация на этом, нам самолеты достать проще. Uh-huh. И вам спасибо большое.